ссоримся? Слушай, серьезно, нет? Может, ну как? Тут вообще типа, максимально мало. Ну прям ссорами это не назовешь. Кого-то можешь подгореть. Мы такие, а ты чё орёшь? А другой такой, я не ору. Я не ору. Нет, ты орёшь. Типа, а что такое? Да, такого плана. Ну это обычно всё заканчивается... Да, разногласие. А заканчивается это всё обычно. Что никто не орёт и всё в порядке. У нас получается в общем прийти, в общем выводом и компромисс искать. Наверное, это самое важное в отношениях. Конечно, 100%. Свою точку зрения озвучить, донести, и при этом услышать и другого человека. Я полностью с тобой согласен.